Федерации сегодня это и есть Республика Крым. Сегодня все говорят то, о чем думаем мы, крымчане. И совершенно очевидно, что вот президент Зеленский перешел все красные линии. Когда он на Мюнхенской конференции заявил о том, что они ядерная держава, конечно же, мы понимаем, они уже просто становятся опасны. Они не просто сумасшедшие, это просто опасные люди, которых нужно сегодня нейтрализовывать, и Украину нужно сегодня тоже спасать, так же, как и Донбасс. Я думаю, что народ Украины сам разберется, сам изберет нормальное правительство, нормального президента, и мы в Крыму очень в это верим. А вот то, что в случае, если Украина вступила бы в НАТО, для нас, крымчан, была бы реальная угроза агрессии, мы это тоже в Крыму понимаем. Поэтому сегодня мы, конечно же, поддержим этот закон и еще раз говорим: слава нашему великому Отечеству. Спасибо.